В Одинцовской налоговой инспекции прошла пресс-конференция, посвященная итогам декларационной кампании в 2021 году и особенностям налогообложения дохода физических лиц. С начала 2021 года в инспекцию поступило свыше 44 тысяч деклараций по налогам на доходы физических лиц по форме 3НДФЛ, что на 40% превышает количество деклараций, представленных физическими лицами в 2020 году. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая доплате, заявленная в представленных в 2021 году декларациях, составила более 6,5 миллиардов рублей и превысила на 27% сумму прошлого года. Срок уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов наступает 1 декабря. Подробную информацию по имущественным налогам можно найти на сайте Федеральной налоговой службы. Удобнее всего следить за своими налогами в личном кабинете. Пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» рекомендуем проверить актуальность данных о своих объектах налогообложения, земельных участках, транспортных средствах, квартирах, дачах и другого движимого и недвижимого имущества. Сделать это можно, воспользовавшись закладкой в сервисе «Мое имущество». Специалисты налоговой инспекции напомнили, в настоящее время действует несколько спецрежимов для самозанятых. Упрощенная система налогообложения, патентная система и налог на профессиональный доход позволят легализироваться тем, кто зарабатывает деньги своими услугами, но не готов к статусу индивидуального предпринимателя. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».